Доброе утро, вот 16 июня, сегодня 23-й год, Иван, все тот же. Так, на экскаваторе, который я продаю, ММ-300СР, новые гусянки поставил. Потому что одну вот, когда на скальнике снимал, подрезал, она непригодность. Ну, а вторую, одну запасную, она хорошая, японская еще. Ну, кто купит этот прекрасный экскаватор? Я могу подарить, могу себе оставить. Ну, экскаватор реально клевый, теперь вообще прям идеальный. Я помню, что у него люфтов вообще практически нет. Гидромолот, гидролиния, новые гусянки. А тут у мои запасики. АТК-33, свежайшие ИСЭКи. ЕФ-226, вот на пару дней назад пришел. L1-235 с куном, FT-23, тоже 12-й год, он по дискам, 160 часов, супер трактор, конечно, ну и пресса. Что думаете, звоните, без проблем, отвечу на ваши вопросы, всего доброго.